Часть предприятий Новосибирской области на этой неделе возобновят работу. Напомню, президент России продлил режим нерабочей недели в стране до 30 апреля. Однако предоставил губернаторам самим решать, насколько жесткими будут ограничения. Сегодня в нашем регионе заработали промышленные и строительные предприятия. К концу недели список организаций могут расширить. Я попрошу Министерство промышленности и торговли Гончарова Андрея Александровича на этой неделе уже начать консультации с руководителем других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять, и к концу недели подготовить предложение по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу. Руководители предприятий обязаны обеспечить соблюдение всех мер безопасности. При этом в регионе ужесточают наказание для тех, кто нарушает режим самоизоляции. Штраф сейчас составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Работу продолжат больницы, продуктовые магазины, правоохранительные органы, некоторые муниципальные службы. Дачникам разрешили выехать на свои участки, а магазины возобновят торговлю рассадой и семенами для огорода. Угроза распространения коронавируса не повлияет на ремонт дорог, подготовку к паводку и посевную кампанию. В соответствии с запланированными графиками у нас поставляются минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, ну и также сервисные службы работают стабильно. В текущем году общая посевная площадь, согласно принятых рабочих планов, у нас составит 2 миллиона 260 тысяч гектаров. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.